Так, сегодня у нас есть еще один гость, человек, который сегодня будет выступать хедлайнером на официальной церемонии открытия фестиваля Таврида Арт сезон 2020. Это Сережа PLC. Давайте его пригласим к нам в студию. Сергей, проходи, пролетай, привет тебе. Огромный вообще, рад тебя видеть безумно. Взаимно. Слушай, ну ты уже бывал здесь, да? Ты бывал здесь в прошлом году. Весной, кажется. Да. Или в начале лета. Такой вопрос. Что изменилось? Что вообще произошло? Как? Слушай, все изменилось. В прошлом году, ну и в этом году мы приехали, мы ожидали примерно то же самое, что в прошлом году. И это было здесь несколько домиков, палатки, какая-то такая маленькая сценка. Было немного людей совсем. Вот. И мы с такими же ожиданиями сегодня приезжаем на саундчек в обед и такие, что? Что фонтан на сцене? Что происходит? Да, да, я сразу подумал, о, я буду Канье Вестом сегодня, буду фонтан прыгать. Макс говорит, нет, будешь ВДВшником скорее. Вот. Поразили масштабы в этот раз. В этом году все намного больше, судя по всему, круче. Слушай, я не знаю, сейчас ты, может быть, для тебя это будет новость, но я думаю, что нет. Так получилось, что ты, сам того не зная, написал неофициальный гимн Тавриды. Это твой трек на вылет. Да. Вообще, как вообще ты узнал, что это произошло? Вообще, тебе позвонили с Тавриды, с форума рассказали? Или участники начали тебя отмечать в социальных сетях? Слушай, сначала я не мог вообще понять, что происходит. Меня в сторис начали, ну, в инсте отмечать видео, где куча ребят под мой вроде как грустный, душераздирающий трек на вылет. Устраивают слэм. Они устраивают слэм, просто со всех сторон бегут, у них там происходит, ну, прям настоящий слэм какой-то, я не могу понять, что вообще у меня не сходится. И просто, ну, регулярно это стало появляться в инсте, и потом я у кого-то спросил, что это вообще. И говорят, это Таврида, и этот трек стал гимном реально. И потом уже друзья-артисты, которые стали приезжать выступать, они тоже такие, типа, что происходит, Серый? Почему? Что это? Ну, это очень круто. И очень приятно. Большое спасибо, Таврида. Да, пожалуйста, пиши больше треков. Смотри, для тебя офлайн площадки, да, и онлайн площадки не впервой. Да? Я так знаю, что ты занимался батл-рэпом, да, и одной из площадок было слово. Это, да, по-моему, питерская история, да? Нет. Нет. Так аккуратнее сейчас с этим. Нет, так, расскажи. Это краснодарская история. Исключительно, да. Я сам родом из города Краснодара, и мы всегда. А, Чейни, Чейни из Питера. Да. Дэн Чейни, все. Да, да, да. Так. Ну, не, рассказывай, как не это. Не упоминай его имя. Я понял, я просто не в теме. История началась в Краснодаре. Мы до этого занимались организацией батлов другого формата под музыку, вот с микрофонами и так далее. Но батлы подобного формата, они всегда предполагают написание трека заранее. Это больше было похоже на такой творческий конкурс, нежели прям настоящий батл. И в один прекрасный день мой друг Хайт говорит, слушай, давай сделаем вот другой формат. И показал мне батлы Don't Flop, King of the Dot и так далее. И мы, ну, прикинули, это может интересно получиться. Конечно, были опасения, что наша аудитория не совсем готова к этому, с каких-то этических сторон, наверное. Вот. Но мы все-таки решили рискнуть и начали это дело в Краснодаре. Провели один или два сезона, потом появился Versus уже. Versus, безусловно, дал большой толчок этому всему движению батлов, ну, потому развитие, что, да, у нас была задача находить молодых, талантливых, неизвестных, да, артистов, батловиков, и вытаскивать их на поверхность, чтобы о них узнавала вся страна. И так, собственно говоря, и вышло. Были ситуации, когда я приезжал в Москву, там виделся с друзьями, да, и какие-то звезды, уже известные люди, там Егор Крид, например, мы с ним так познакомились, по-моему. То есть или он следил за батлом. Да? Но он участвовал в онлайн-батлах, он в последнем онлайн-батле участвовал, 17-й независимый. Да, в 17-й. Он всегда следил за батл-рэпом, и когда там Крид у меня спрашивает, а как там дела у там 1347, например, да, участника из Краснодара, да, ты такой, блин, наверное, все-таки что-то правильно делаем. Круто. Вот, и потом это все стрельнуло на всю страну, мы сделали филиал, у нас была сетка, по-моему, около 17 филиалов по России, СНГ, и даже в Лондоне был один филиал. Офигеть. Вот, мы провели фестиваль «Слово». А потом я решил вернуться к музыке, а батл оставить батловикам. Ну, слушай, то есть батл-рэп и там условно рэпер, это могут быть абсолютно разные вещи, да? То есть, это, как выяснилось, у нас-то была
было предположение изначально, да, что ребята, получив какую-то известность на батлах, как это происходило с онлайн-батлами, допустим, взять Noize MC, Оксимирон, да, и так далее. Пацаны, они получали аудиторию, зарабатывали на онлайн-батлах, и потом начинали, ну, ну, своей аудитории, привлекали там, этим самым внимание к своей музыке. А как оказалось потом с батлами офлайн, чаще всего батловики и музыканты — это совершенно разные люди, оказывается. Им не интересно писать песни, им интересно батлить. И точно так же часто музыкантам не интересно участвовать в батлах. Слушай, во время самоизоляции многие артисты нашего шоу-биза начали проводить онлайн-концерты, то есть просто выходили в прямой эфир, пели песни, как-то там настраивали свои трансляции. Расскажи, был ли у тебя такой опыт? Да, мы сделали несколько стримов из нашей студии, несколько стримов из другой студии. Да, у нас было 4, кажется, или 5 онлайн-концертов точно. Расскажи про ощущения. Было сложно как бы выступать на мобильный телефон, условно? Слушай, когда, ну, не чувствуешь реакции, да? Здесь даже дело не в реакции, здесь дело в атмосфере. И вот когда мы делали стримы из таких профессиональных студий, ну, это такое, то есть тут камеры, люди, всегда, конечно, респект ребятам за камерами, да, но они сосредоточены на своем деле, они не слушают музыку. Вот, это такое странное, неловкое ощущение. А когда мы делали стримы из нашей студии, мы приглашали наших друзей, и это всегда была тусовка вокруг. Атмосфера. Да, атмосфера, и это уже совсем другое дело, это кайфово было. Слушай, здесь на форуме, на фестивале очень много талантливой молодежи. Приехали там тоже ребята с рэп-сменой, я видел несколько людей. Была, кстати, рэп-смена? Была рэп-смена. Вау. Так вот, надо тебя пригласить экспертом. Приедешь к нам? Посмотрим. Давай, пообещаю нам все в прямом эфире. Обсудим, хорошо. В общем, да, была рэп-смена, приехали ребята тоже с рэп-смены. Молодые начинающие артисты. В принципе, здесь художники, музыканты, архитекторы, просто, ну, все самые творческие профессии мы собрали здесь, все креативные индустрии. Они стоят сейчас в начале своего творческого пути. Может быть, не все, но большинство из них. Дай от себя пару советов, ведь вы тоже когда-то начинал, с чего-то начинал, как борол свой страх, свою боязнь, вот что-то такое в этом, просто настрой, установочку. Первое, что нужно сделать, это убедиться, что это действительно именно то, без чего ты не сможешь жить. Что это действительно то, чем ты будешь жить. Потому что часто сейчас, особенно если говорить о рэп-музыке, да, люди видят, что это востребовано, да, это популярно, это приносит деньги, да, все остальное, и пытаются запрыгнуть в этот хайп-трейн. Но мне кажется, эта штука так не всегда работает. Слушай, ну это вот реально, это однодневки, как их называют, да, там, ну, исполнителя дольше, одного хита. Кто-то дольше задержится, ну, не берусь, ну, плюс-минус, да. Ну, как правило. Но, тем не менее, первое — это убедись, что это то, чем ты хочешь заниматься всю жизнь, и что ты не сможешь без этого. Тогда ты сможешь посвящать этому действительно себя полностью. Второе — это, наверное, быть собой. Будь собой, старайся быть ни на кого не похожим. Понятно, что в полной мере это не получится, потому что ты учишься у одного, у другого, у третьего, у этого почерпнул одно, у этого другое, у этого третье, но научись слышать себя, прислушиваться к себе и понимать, что ты действительно хочешь делать, что ты хочешь сказать, как ты хочешь звучать, как ты хочешь выглядеть, и будь в этом, и тогда у тебя все будет органично, и тебе будет это в кайф, да, будь собой и не ставь себе рамок. Ты можешь быть кем угодно. Слушай, это круто. Серег, спасибо тебе большое, что пришел. Сегодня мы с тобой еще встретимся на сцене. Сегодня я буду вести часть блока церемонии открытия. Ты сегодня будешь выступать. Я и тебе, и себе желаю удачи. И желаю удачи нашим зрителям, хорошего просмотра. Я уверен, что вы кайфанете.